обидно, что проиграли. Ну, вот. Тем более, знаете, счет такой 0-1. Ну, вот. Тяжело будет, конечно, забиваешь на голов. А в прошлом матче с «Авангардом» ударно начали. Сегодня как-то более осторожно играли. Это была такая установка, цель? Неосторожно. Почему? Я думаю, они прекрасно помнят прошлую игру. И они, думаю, что сделали акцент на это. Ну вот, и не позволили нам сегодня это сделать. Ну, у нас проблема все равно то, что мы мало бросаем. Нет такой картинки, то, что мы обостряем. Ну, если говорить вот именно о бросках, то в большинстве ни одного не нанесли этого броска. Ну, как раз-таки вот акцентируем. Это вот и проблема. Вот. Как может большинстве ни разу не бросить образом? Там, я не знаю, я не читал. Может, бросили. Если говорить, что не бросили, может, не бросили. Ну, вот. Но все равно нельзя так. Надо больше бросать. Нет такой вот настырности, такой остроты вот нам не хватает.